В этом году сквер имени Куйбышева в одноименном районе заиграл новыми красками. Благодаря муниципальной программе «Комфортная городская среда» на аллее появились новое плиточное покрытие, удобные подвесные качели и газоны, а также освещение. Уже сейчас этот сквер – излюбленное жителями место отдыха. Депутаты принимают активнейшее участие в разработке проектов, согласовании этих проектов с жителями и потом осуществляют свой такой депутатский надзор и контроль за выполнением качества работ. Во время формирования плана обновления общественных пространств и дворов старшим коллегам по Думе помогает общественный молодежный парламент. В том числе благодаря инициативам молодых парламентариев во дворе по улице Новокомсомольской расширили проезжую часть и обустроили тротуары, о которых давно просили жители. Замечаний минимум, это хорошо, и я уверен, что с каждым разом все будет все меньше и меньше, и мы придем к какому-то идеалу. В этом году по муниципальной программе «Комфортная городская среда» в Куйбышевском районе обновляют 4 дворовых территории. Сейчас благоустройство уже на финишной прямой. К 1 сентября подрядчик планирует закончить работу. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.